Книга «Открытым оком», тема «Ереси, секты», вопрос 444. Почему на Земле столь много вероисповеданий, сект? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Секта – это ересь, а ересь есть дела плоти, а плоть, как иголь, на выдумку хитра. Галатам 5 глава 20 стих. Идолослужение – волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Если нет страха Божия, тогда фантазия без узды. Гордость расправляет крылья. Священное Писание – это очень большая книга, океан божественных мыслей. И когда человек думает переплыть это море сам, его ждет кораблекрушение в вере. 1 Тимофея, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Из одного и того же строительного материала человеческая фантазия 7500 лет строит бесконечное множество как простых, так и архитектурно сложных строений. Так точно в комбинации одного стиха с другим дается совершенно новая окраска толкования событий. Чтобы понимать друг друга, люди придумали единую систему мер – метр, миля, километр, килограмм, фунт и так далее. Люди, посвятившие жизнь своей служению Богу, в дальнейшем известные как святые отцы, дали толкование Священного Писания и положили предел измышлениям. Шестой Вселенский Собор, 19 правило – не толковать Библию вопреки истолкованию святых отцов.